На этот раз бороться решили с торговцами, которые ежедневно выстраиваются рядом с верхним рынком вдоль дороги. Продают прямо с земли, не платят налоги и оставляют после себя кучу мусора. Это будет продолжаться. Пока мы здесь не очистим, это будет на повестке дня. А почему все результаты рейда не приносили? Какие полномочия есть? Нет, я не согласен. Результат, конечно, будет. Уличных предпринимателей представители власти не испугали. Похоже, торговцы уже привыкли к частым визитам борцов за законность и сворачивать свой бизнес не собираются. Я уже 16 лет здесь работаю. Денег купить место на базаре у меня нет, а зарабатывать надо. Они уедут, мы через пару часов продолжим торговать. С начала года 27 уличных бизнесменов заплатили штрафы за продажу товаров в запрещенных местах. Но продавать меньше не стали. Полицейских, похоже, нисколько не удивило нежелание торговцев уходить с насиженных мест. Особого усердия в наведении порядка стражи порядка даже показывать не пытались. Виталий Мантров, Амантай Уэльбек, Константин Калашников. Информационная служба телекомпании «Утарар».